Что, драться расхотелось? Ворожей хочет просить об услуге. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся, в кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам в благодарность. Ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастливая. А вон те, смотри, такие лохматые. Зарекане их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы.
Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. И еще вот, держи. Это что? Охранная грамота. С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? О ней мы еще поговорим, не беспокойся. Но сейчас мне нужны сведения о Цири, как мы и договаривались. Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири, поди сюда. Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? То тут, то там. И не диво. Если ты одна по дорогам таскаешься. Теперь уже не одна. Теперь она в нашей компании. Ну вот именно. Ты в нашей компании. Пили мы вместе. Вепря вместе загнали. А так и не знаем, откуда ты взялась. Женщина, а одета по-мужски, с мечом на спине. Кто ты на самом деле? Наемница? Просто я много путешествую. А в дороге не всегда попадаешь в такое приятное общество. А, это она дело говорит. За общество. Вот это я понимаю. Пьет как мужик, мечом машет, кабана завалить может. Молодец, девушка. Ладно, ладно. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха, а давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Не. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей.
Поскачем на рассвете. Летает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Твой меч почти мой! Не дождешься! Давай! А ну покажи ей! Не сдавайся, детка! Давай, давай! Шибче, девонька! Вихрь! А не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на Кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти, я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков. Только вот в людском мире нету черного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну давай, рассказывай. С Анеттой у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она взяла и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этейну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал.
Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома и не мог с ней расстаться. Ну хорошо, что было дальше? Я воевал на разных фронтах, получал жалования, а Нетта одна сидела целыми месяцами. Но позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти 3 года утешал какой-то Эван, друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробу она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, а требуху его бросил псам. В конце концов, тебя же не просто так кровавым зовут. А? Прозвище обязывает. А, нет, с кровавым это совсем другая история. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я, если б не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтобы я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее саму убил. Я 1000 раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через 2 года злость ее перешла в равнодушие. Но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Не знаю, зачем ты мне все это рассказал. Твои отношения с женой – это твое дело. Чего еще ждать от ведьмака? Ну ладно. Если не хочешь привести Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Она заключила договор с ведьмами и... И, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них 1 год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажутся. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь,
Ты бы тоже надеялся на их милосердие? Нет, я бы не надеялся. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Соберу людей, пойдем туда и вытащим Анну. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я... На вас напал Василиск. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина! Он, когда перед нами поднялся, я решился. Этот раз нам уже не вывернуться. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь! Выживешь! Ну тогда покажем этой сволочи! Затемерию! Ищите нас по деревням! Вот скотина! Чтоб тебя! Я этого так не оставлю! Ты все собрала? Да,
Спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. И это все только усложняет. То есть? Я должна бежать. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград. А там увидим. Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Переправа через Понтер окружена реданскими войсками. И несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу реданцам. Я дал ей охранную грамоту. Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в Темерском войске. Но переправу охраняют реданцы. Если есть заслуженная репутация и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, то, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Немного наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. Что за... Вот ты где! Опять сбежал! Извиняюсь, мы уже ушли. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума и считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся? А, с ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. И что смешного в этой истории? Поехал я как-то в Новиград. Развеяться, вкусить, так сказать, радости большого города. Остановился в трактире, а там как раз игра. И я присоединился. Карта мне шла. Прям вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со Скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, че? Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во вроднице. Вот и песенке конец. Ну теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да, хотя я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот у сукиного сына есть что-то такое вот умное в глазах. Не знаю, может, кажется. Ты видал такое?
Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Хм. Ну, ладно, ничего. Жрать много не жрет. Хлопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся. Мне пора. Прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. И будешь для нее хорошим отцом. Так тебя через пятак. Скажу. Скажу, где Бакража спрятана? Мои куда вы так спешите? Добычу поделили. По крайней мере, я могу... Чем могу служить? Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Ну да... Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Ха-ха, что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен и гузно тебе подтирать. Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может. Если есть правильные инструменты. Такие, как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самое лучшее. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Да, тогда да, но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Если я окажусь на Скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы.
Чем могу служить? Мне нужны доспехи. Бывай. Эй, мужики, может на эту чудищу хочется? На щербатую кузнецову дочку, что ли? В общем-то, можно. Птички у нее справны. Я про Кликотуна. Он мужиков под птичником лютует. А ну как поймает? Ты охерел? Герой выискался. Народа спаситель. А вы, ведьмак, нам должно быть с небес послан. Давай. Вы не из Бароновых, правда? Ты что такой снулый? Шевелись! Да ну тебя, я вздохну. Что, неплохая работа моему Любушке подвернуть. Одна баба другой бабе засадила в жопу грабли. Подожди-ка. Дайте мне покою! В тягость скажут сами. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять, не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды.
Мне нужно приготовиться. Нужно так нужно. За жизнь свою. Эти краткие миг... Ты готов? Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь свою в ответе. Краткий миг на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Редки явятся пред вами. Что им в тягость? Скажут сами. Нам ждите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. Кто неверным бродит шляхом, мира смертных не покинув, тех мы легким ясным знаком призываем в середину. Отсюда! Нас наслушают, мне не снится. Дух на жизнь спешит биться. Пусть огонь пылает жарко. Дух, явись нам свет. Ясно слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко, дух, явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надо помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда! Вы прерываете обряд! Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших! Мы этого не позволим! Ты понятия не имеешь об их обычаях! Взять его! А людей разогнать! Не трогайтесь с места! Круга все, хватит! Глушь повсюду! Тьма ложится! Что-то будет! Что случится? Глушь повсюду! Тьма ложится! Плохо обернулось! Плохо! Беда нам! Кровь запятнала священную землю! Но нельзя прерывать того, что начато. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить дяды. Готовьтесь! Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Что-то стонет и скребется, чей-то дух к костру несется. Глушь повсюду, тьма ложится, что-то будет, что случится. Призраки! Святая земля кровью замарана, не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь, бегите, кому жизнь дорога.
Уходи! Это слишком. Все пропало. Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямрас лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. Ну что, паскуда? Не бейте, сударь!
болоте останки Ямраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Ой, скверно ты выглядишь. Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Белый волк. Мудрый волк. Чего ему нужно? Я нашел тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то ворожей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери... Ворожей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст.